В управлении Росгвардии по Чукотскому автономному округу подведены итоги работы по осуществлению федерального государственного контроля за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса по итогам 5 месяцев. Реализованы 4 плановые выездные проверки объектов ТЭК, в результате которых выявлено 22 нарушения в области обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности. Вынесено 3 предписания об их устранении. В отношении юридических и должностных лиц объектов составлено 3 административных протокола. В настоящее время проводится плановая выездная проверка Анадырской газомоторной теплоэлектроцентрали «Чукотэнерго». Всего в текущем году плановым проверкам подлежат 9 объектов топливно-энергетического комплекса, одно юридическое лицо с особыми уставными задачами и одно подразделение ведомственной охраны. Выездные проверки планируются в города Певек и Билибино, поселки Игвикенот, Угольные Копи, Беринговский и Марково.